Йеменские повстанцы движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море коммерческое судно «Стар Ирис», которое нападавшие идентифицировали как принадлежащее Соединенным Штатам. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сария. В эфире подконтрольного хуситам телеканала «Аль-Масира» Сария сказал, что военно-морские силы Йемена с помощью противокорабельных ракет нанесли удар по американскому судну «Стар Ирис» в Красном море. Попадание было прямым и точным. Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что неназванное коммерческое судно подверглось атаке в 40 морских милях к югу от портового города Моха. По информации ведомства, в сторону судна были выпущены две ракеты, экипаж не пострадал. Согласно данным сервиса Marine Traffic, «Балкер Стар Ирис» под флагом Маршалловых островов 12 января вышел из бразильского порта Вила-ду-Конди в иранский порт Бандер-Хомейни. Последний раз судно передавало данные о своем местоположении 12 февраля из центральной части Красного моря.